Ну что ж, ребята, пришло то время, в котором мы будем прокачивать вот этот синенький автомобильчик. Раллийное авто называется. 76 тысяч у нас есть. Давайте купим мотор. Купим сцепление. Турбо. Усовершенствованная турбина для более быстрого разгона. Коробка передач. Оптимизирована для лучшего ускорения. Так, у нас примерно 7666. Давайте это все уравновесим, чтобы было все везде 7. И мотор, ну, у нас мотор будет самый лучший. Да. Все деньги потратили. Офигеть. 8777. А у этого сколько у меня? 12, 12, 10, 7. Офигеть. А тут мощнее, конечно, намного. Ладно. Попробуем. У нас 72 место. Надо 106. Офигеть, ребята. Это очень-очень все дорого стоит. Ну, давай попробуем. Ну, смотри, как уверенно едем. Достаточно-таки быстро. Во, прокачали. Хотя мы двигатель прокачали только два раза, да? Ты понимаешь, или один раз даже. Вроде бы один раз. Не помню. Или два раза, ну, два раза как минимум. Сейчас давай немножко, может, заработаем еще денег и прокачаем его еще немножко. Офигеть, сколько надо денег, чтобы прокачать тачку. Я в шоке. Очень много денег. Да. Ну, давайте попробуем, посмотрим, проедем ли мы, ребяточки, здесь километраж. Кстати, я что-то придумал. Да, я специально разбился, я сейчас буду делать двойные монеты. Так, ну что ж, ребятки, давайте возьмем сельскую местность, и у нас есть деньги. Деньги, чтобы мы могли, ребяточки, купить новый автомобиль. Давайте посмотрим. Вот этот. Снегоход называется. 70 тысяч монет. Приобрести. Пробивайте себе дорогу через снег и воду. Так, все, купили мы, да? Ага, хорошо. Приобрели. Будем прокачивать его или нет? Давайте попробуем на нем прокатиться немножко. Так, ну, вроде бы он едет. Но, правда, не по снегу. Да, конечно, очень медленно едем. Все потому что, ребятушки, это мы едем по земле. А по земле-то, по идее, он не рассчитан. Ну ладно. Ух ты! А тут еще вывалится может чувак отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, бедолага. Поэтому вообще ровно идем, ровно. Аккуратненько, ровненько идем. О, как ты ноги расставил. Слушай, чувак. Нормально сиди там. На снегоходе. Да, походу снегоход надо будет нам прокачивать. Потому что далеко мы на нем, наверное, не уедем, к сожалению. Блин. Офигеть, какая его дергает так, а? Вот, ну хотя бы 1000 метров мы проедем. Опа! Круто, круто. Проехали. На снегоходе. О, ё-моё, смотри, нифига. Нифига он как он. Он такой резкий, что он просто дергается прям. От резкости. А ну-ну-ну. Нифига себе. Вот это снегоход. О, бензик, бензик. Есть. Заправились. Едем дальше. Да, надо будет это зимой попробовать на нем. В снежном биоме прокатиться, конечно же. Ну, сейчас мы попробуем прокатимся. В снежном биоме. Ну, прикольно, прикольненький. Тракторочек такой. Интересно, он ломается или нет? Нифига его, смотри. Он только чисто за руль держится и все. О, бензин закончился. Ну, разбились даже. Даже разбились. Ну, конечно же, давайте зимний биом попробуем. Здесь, я думаю, будет легче нам. Да. Однако. Однако, поприкольно. Хотя, сейчас посмотрим. Вроде бы так же примерно едет. Но он, по идее, здесь лучше должен проезжать. Все равно как-то он дергается. Снегоходик-то наш. Оп, оп, аккуратно. Нормально. Едем. Так, а здесь нам нужно кувырочек сделать. Опля, отлично. Угу. Так, а через воду проверим, как он. Нормально. По воде тоже. Хорошо, едем. Только это мы потеряли что-то там. Кепку, каску. Шлем. А, да, шлем. Мы потеряли шлем, правда.
Но мне не нравится, что он как-то такой дерганный немножко снегоход. Он, ну, должен немножко, ну, плавнее быть. Хотя, может быть, там купим всякие штуки для него. Он будет, может быть, плавнее как-то ехать. Так, а здесь... Опа! Вот фигня. Вот тебе снегоход. Просто так еще разбиваемся в легкую. А, давайте под водой попробуем на нем покатаемся. Под водой. Тоже он будет дергаться, интересно. А, здесь как бы асфальт, ладно. О! Тихо, тихо, тихо. Ох, а чё ты так дергаешься, слушай? Это его... Вот это вот мешает штука. Получается, это как оно называется? А лыжа такая, лыжи, да, стоят спереди. Вот они какие-то такие, что почему-то дергаются. Ну, мощности как бы хватает ему подняться. Так, ну поэтому, конечно же, у него тут сцепление-то какое мощное. Есть, нормально, уже 400 метров проехали. Это хорошо. 400 метров проехать. Нормально. Так, аккуратненько, аккуратненько. Башку не сдубнись. О, блин. Мы отодвинули эту скалу вонючую, и она нас придавила. Как жалко, как жалко. Давайте сделаем повтор. Повторим это дело. Будем знать. Либо подождать, пока скала там вся не опустится вниз. Либо я не знаю, что делать. О, много денег у нас, 83 тысячи монет. Ай, разбились. Да как так? Давайте еще раз. А, давай, знаешь, это прокачаем мотор. Почему бы нет? Мотор, подвеску, топливный бак, так уж и быть, и лыжная мазь. Пониженное трение лыж и лучшее сцепление с дорогой. Придает транспортному средству наиболее... Чего там наиболее, не прочитала я. Ну ладно. О, да, лыжная мазь помогает, смазочка так. Лучше стали ехать. Тем более быстрее. Опа, нифига. Вот здесь дергать прям не очень комфортно было. Ой, ну еще я кучу денег потратили, конечно. Где-то 8 тысяч. Нет, все, ребята. Деньги я тебе не трачу. Деньги трачу только на синенький мой автомобильчик, который мы прокачаем обязательно. А пока на всякие снегоходы. Это лучше на это деньги пока не тратить. Потому что мне нужно в гонках еще участвовать, открывать. У меня еще 3 машинки не открыто. Самые бриллиантовые машинки. Самые крутые. Так, здесь я попробую аккуратненько так поехать. Ух ты. Смотри. Смотри. Нифига себе. Да, транспорт не алло. Вообще не алло. Как-то вообще странный транспорт. О, это как такая же ситуация у нас с танком, ребята, была. Мы прокачали, купили танк. Его прокачали, много денег влупили в этот танк. Он нифига не едет. Его надо прокачивать еще. Мало того, что он стоит дофигища денег, так его еще прокачивать надо. Это так же самое с, вот этой, с вот этим транспортным средством. Мало того, что он 70 тысяч мне обошелся, я еще десяточку вложил на улучшение. А нифига, он не очень удобный. На нем, не знаю, гонки точно не будешь выигрывать. Очень странный транспорт, очень. Оп, аккуратно. Так, не разбились, хорошо. Так, вот здесь надо аккуратненько ехать. Оп, оп, оп. Фух, нормально. Главное, этот камень не сбить. Так, и здесь аккуратно. Опа, все, новый рекорд. Проехали. Так, и у нас что-то вообще очень быстро бензин заканчивается. Вот это вот интересно. Да в смысле, давай, едь. У него передних колес, видишь, нету. Поэтому мы особо не можем ехать. Все, кончилось сам бензинчик. Как-то так. Вот такое вот транспортное средство, ребята. Если понравилось, то обязательно ставь лайк.